Запись пошла. Все, эротическое видео. Так, ну смотри. Значит, мы ее разогреваем, да? Да. Заново разогреваем. И здесь можно локти подключить, да? Да. И спереди, с твоей стороны к ягодице тоже можно локти подключить. Вот здесь, да? Да. Правильно я делаю? Угу. Да? Нет, не сюда. Не сюда, сюда? Подожди, не торопись, не туда вообще. Так, дальше. Дальше вот отводи лапу леопарда от центра вот туда, периферии. То есть тут вот от этого крестца, от треугольничка, идут мышцы вот так, в этом направлении. Угу. Да, вдоль мышц как бы ты ведешь. Разводишь их, расслабляешь, наполняешь кровушкой. Саш, как там расслабляется? Он вторую сжал, говорит, вторую расслабь. Вот это расслабляй. Справа. Так, дальше. Ну, в принципе, ты локтями делал, да? Вот локтями очень, ты же это уже сделал. Ага, ну да. Локтями очень хорошо, вот можно ближайшую, например, целиком захватывать, да? Угу. И вот можно прям продольно вот так вот. Очень хорошо согревает вдоль всей ягодицы. Угу. Проходиться до конца. Раз так и расслабилась, да? То есть вот так вот, да? Да. Масло хорошо налил. А, так вот, анекдот этот про масло. Короче, в царские времена, купеческие еще. Пришел купец один отдохнуть, в такую забегалку, в кабак. Наелся, напился, что-то много денег у него было, такой. Угощает всех на 100 рублей водки всем. На 100 рублей еще по чарке всем. Ну, конечно, нажрался и уже спит на столе. А тут приходит студентик такой и говорит, ну, бармену там, дайте мне что-нибудь, что у вас есть подешевле. Считает, вот это, о, дорого, это дорого, это дорого. Вот смотри, крестец, помнишь, я тебе говорил? Да. Вот точка, вот точка, вот. И вот четвертое, да? То есть это 5 позвонков, сомкнутых так в лопатку, и получается, что мы между ними вот находим, между вот этими позвонками, находим эти, между гребенками, да, вот эти выемки. Там выходят нервы. И мы их стимулируем. Можно вибрации постимулировать. Да, вот так, да. Можно как-то вот так вот ввинчиваясь. И студент говорит, блин, это дорого, ну дайте мне, что у вас там есть на... Это, на 30 копеек. Ну вот, гречка есть. Давайте гречку. Ну, чувствую, нифига. А, вот здесь, раз. Между ними чувствуешь? Он говорит, ну ладно, давайте гречечку. А что-нибудь, мясцо какое-нибудь есть? Ну, утка есть. Ну, давайте уточку. Утка там 86 копеек. Не, это дорого, давайте подешевле. Ну, что подешевле? Ну, давай я тебе это, от утки... Там этот хвост, заднюю часть. Такой, ну давайте, сколько стоит? 12 копеек. Ну хорошо, давайте. И такой ждет уже. Текут. А тот ему просто положил гречку и кусочек этой, хвостик. Он говорит, и пожалуйста, еще маслица в гуску налейте. Куда масло? Ну в гуску, в гузочку масло добавьте. Куда масло? Ну в гуску маслица налейте, пожалуйста. Куда масло? Что-то я не понял, он говорит. Я такой, ну в жопу ей масло, пожалуйста, налейте. Этот купец такой просыпается. И мне масло в жопу. И всем масло в жопу на 100 рублей.
Ты их нашел уже, да? Да, блин, не, теперь даже не могу. Ну, сейчас, подожди. Ближе к краю. Вот, вот у него копчик, да? Вот сейчас. Подожди. Нет, копчик. Ой, вернее, крестец. Крестец. Да. Вот. Копчик идет туда дальше. Так. Вот у него. А, вот, раз. Два. Да, прям такие гребешки. Чувствуешь? Вот, здесь вот пошел вот этот вот уже от подвздошной косточки гребень. Верхний гребень этой забедренной кости, да? Вот он. По-моему, чуть выше вот он. Вот. Вот, там шариков не чувствуешь пальцами? Где-то там пальпация. Шарик нет. Не нашел, да? Вот, да, вот так вот микро движение пальчиками разминаем, разминаем. А вот, да, есть шарик. Есть там, да? Ну-ка. Чувствуешь, Саш? Не больно тебе? Не больно? Ну, терпимо. Вот, теперь вот так вот. Доходим до конца фигурации. Смотри, вот между позвонками, да, вот эта вот косточка, вот прям сюда внедряемся и проходим вверх. Можно прям так позвонки любовно промять, у каждого из них отводим от крестца место вот туда и еще раз сюда внедряемся. Если хочешь поострее внедриться, да, прям вот так пальцы раз и туда его забивай. Это же много пошло. Да, мануально, да, техника. У тебя получается как палец, как долото такое маленькое, да? И вторая рука как кияночка. А что-то мы все без музыки, может музыку включить? Да что-то все в процессе, наверное. Да? Ну ладно, тогда и не надо. Так. Нашел, да? Вот, теперь как бы углубляешься глубже над этой косточкой, да? Если один палец слабый, прижимаешь вторым пальцем. Его не хватает, прижимаешь еще рукой. И вот такими вибрационными движениями круговыми вдоль вот этой кости подвздошной, вдоль гребня, доходишь до низа. Потом над ним, вот по этой оси. Вау! И над ним по вот этой оси, вертикально. Можно вообще целиком пройтись. И потом еще вот такие вот движения. Лапа леопарда такая вот спираль. Откручиваешь сюда, полностью уже захватываешь. Массаж как бы пошел, да? Ну, в принципе, да, он так же делается. И можно еще вот отсюда. Ты же уже размял эти ягодицы, да? Теперь уже можешь полностью ее захватывать. И вот этой, вот этими костяшками, да, острыми, уже внедряться глубже. Вот так вот разминай, чтобы такое же покраснение было, как с той стороны. То есть вот так, да, ты делал? Повыше немножко. Вот, ты сначала по ней идешь. Больно, Саш, да? Ну, у Олега было посильнее. Я вторую руку сверху даже вот так прям ладонью. Это я вот последний момент, я его упускаю прям. То есть он у меня уходит из-под пальца. Мне кажется, из-за масла. Ну, да. Да нет, просто почувствую. Вот, вот три полосы, которые ты проведешь. Сейчас свою целительную практику. Не корявый у тебя? Нет. Ну вот смотри.
Все правильно, да. Но если мы работаем, например, одновременно с двумя ягодицами, то есть не переворачиваем, не переходим слева направо или со всей спиной, да, то вот еще можно вот так вот развести руки, вот так вот одновременно с двух сторон. Можно за вот эту подвздошную косточку даже приподнять чуть-чуть его, или постараться, по крайней мере, это сделать. И вот тут такие вот движения. Вот, тут как бы твой кулак вообще плавно ходит, да? При этом он проминает и здесь, и верхнюю часть дуги ягодичной, и вот эту боковую. Одновременно, видишь, раз. Даже может возникнуть такое приятное тепло. Есть тепло приятное? Я помолчу. Ладно, молчи. Оно чередуется. Чем-то непонятно. И переходим дальше к прощупыванию вот этого, этой грушевидной мышцы, да? Вот как правило, где был у нас гребешок между третьим и четвертым, да, четвертым и пятым, вот тут, да, идет нерв седалищный. Если так вот нажимаем, иногда болит у людей. Тут тебе не больно? Неприятно. Неприятно, да? А вот здесь? Ну, здесь там эта самая точка G. Нет, это. Ну эти триггерные точки, они почему там находятся? Потому что вот они как раз где мышцы заканчиваются. Сложили, она переходит, вот одна точка, да? Вот вторая. Там болевая точка. И вот отсюда идет вот так вот грушевидная мышца, да? Мы ее прощупываем плавно. Вот она болит немножко, да? А вот здесь не болит? Здесь поменьше. У нее есть пучок. Вот он такой широкий тут. Вот тут и вот тут. Вот это я сейчас нащупал, выяснил, да? Нажимаю, тут больно?